Вот и настал этот день. Волнение трепет в душе. Известна небольшая часть теорий. Сегодня 28 ноября 2022 года. Нахожусь в родительском доме. Забрал из дома диван на металлическом каркасе. И сегодня готовлюсь к звонку Богу через растение учителя. Вот такая кроватка. Металлический каркас. Брат и мама согласились быть ситерами. Времени нет, еще 6 утра. Вчера вечером заварил себе сому. Электронные весы не нашел, все спали. Приехал часов 9 уже, все спали. Или ходили ко сну. Сделал на глаз 5 чайных ложек красного аммонита мускария. Добавил потом еще и ложечку меда. Сейчас добавлю несколько капель лимона. Выпью сому. Вот. Сейчас будем думать, как меня привязать. Одеть памперс. У меня есть джинсы на пару размеров больше меня. Потому что я уже даже с летом минус 10 килограмм. Вот. Ну что нужно мне сейчас? Ремни всякие. У меня 2 дзюдоистских пояса. Всякие стяжки, буксировочные тросы. Пока то, что имеем. И скотч, чтобы нигде не давило, не тянуло, но в том числе, но в том, как сказать, да, но также качественно привязать себя к каркасу. Так что я желаю себе, чтобы ни обо что не удариться. Сейчас будем думать, как обезопасить меня от металлического каркаса, вот, связать ноги вместе, так чтобы большой траектории для рук не было. Тут вот, конечно, шкаф стоит, как-то надо вот. Так, чтобы я не мог удариться ни о батарею, вот эти вот батареи, ни об углы какие-то. То есть минимальную траекторию надо соблюсти. Так что у меня прощай прошлая жизнь. Надеюсь, в новой. С пробудившимся духом, по предназначению, выполняя Бога волю, жизнь начнет улучшаться. Вчера был инсайт, когда выйду уже из путешествия, покажу, какая у меня была эволюция сознания. Вот. В добрый путь.